Молодежь, пожалуй, больше всех устремлена в будущее. А вот каким будет это будущее, зависит как от представителей старших поколений, так и от самих молодых людей. Как добиться поставленных в жизни целей, как повлиять на развитие ситуации в стране в нужную тебе сторону? На эти вопросы находит ответы молодежь, которая всерьез относится к проходящим в России выборам. Тема выборов самая серьезная и совсем не шуточная. И тем не менее, шутить на эту тему можно и даже иногда нужно. Хотя бы для того, чтобы привлечь внимание молодежи к выборам, растопить ледок равнодушия. И это прекрасно понимают в базовой территориальной избирательной комиссии Славянской, которая в рамках общекраевого форума молодых и будущих организаторов выборов провела молодежный конкурс КВН игру «Твой выбор». В Дом культуры поселка Вишневый прибыли команды КВН территориальных избирательных комиссий Абинской, Анапской, Крымской, Темрюкской и, конечно, Славянской. Всех собравшихся приветствовал заместитель главы Славянского района Сергей Поздняков. Вы будете делать будущее нашей страны. Вы вашими руками, вашими усилиями, вашими знаниями будет процветать наша страна, наша Малая Родина, Краснодарский край, да, ваши районы. В ваших руках будущее нашего государства, нашей России. Успехов вам всем. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская и председатель жюри конкурса Анатолий Чумаков пожелал участникам этого замечательного мероприятия успеха. Проводим мы наше мероприятие в год 25-летия избирательной системы Российской Федерации. В этом году исполняется 25 лет. И мы хотим, вот, чтобы сегодняшний день у нас ознаменовался тем, чтобы мы приняли просто активное участие. Мы говорим, у нас не будет побежденных, у нас будут лучше определены две команды, которые примут участие уже непосредственно в краевом форуме. После жеребьевки конкурс стартовал с приветствия команд, которая проводилась на тему «Мы идем на выборы». Славянская команда с названием «Мы – это будущее» сразу же уверенно заявила о себе, продемонстрировав и хорошее владение темой, и артистизм. Дорогой, сегодня выборы. Пойдем голосовать? Братан, погнали в футбол смотреть, весело будет! Зятек, я подарю тебе лучшее, что есть в моей жизни. Вот ключи от семерки. Братан, Манька, Таранька, давай! Дорогой, знай. Дорогой, какой пример ты подаешь нашим детям! Какие дети? Друзья, мы 5 лет не виделись, братан, давай! Это футбол! А вы кто? Если вы не идете на выборы, то выборы идут к вам! После блиц-опроса и тестирования по выборной тематике наши ребята на все вопросы ответили отлично. Состоялся конкурс лидеров, который, получив конверт с названием партии, после небольшой подготовки должны были выступить с заявлением на тему «Что надо сделать для повышения доверия к выборам?». Евгений Доценко, лидер нашей команды, выступил более чем убедительно. Славянцы действовали дружно, производя самое благоприятное впечатление. И если мы говорим про избирательные вообще процессы, то роль молодежи в этом действительно очень велика, очень важна, потому что не зря сказали сегодня много раз о том, что молодежь – это наше будущее, это важно. И КВН – это тоже молодежь. И мне кажется, именно в форме КВН игры мы можем привить интерес студентов, интерес учащихся к выборам и повлиять на их вообще гражданскую позицию. Музыкальный конкурс «Наш опыт организации выборов» стал достойным завершением КВН игры. Славянцы и здесь оказались на высоте, выступив очень музыкально. Это выбор побей, это выбор получше. Кандидаты теперь стали в раз все круче. Ты в участок иди и бери с собой ручку. Это выбор побей. Агитация с небес тебе нравится, а помоги мне прямо сейчас с ней расправиться. Это самый главный движ в эту пятницу, и в моих руках опять судьба нации. После подведения итогов, во время которого всех порадовали своим искусством самодеятельные артисты Славянского сельхозтехникума, прошла церемония награждения. За активное участие в конкурсе дипломы получили участники трех команд.
славянцы стали обладателями дипломов первой, а занявшая почетное второе место абинская команда второй степени. Команда достаточно у нас дружная. Готовились мы очень долго, и поэтому я считаю это заслуженная победа. Конкурс завершился. Во время его проведения молодые люди получили прекрасную возможность выразить свое отношение к избирательному праву и сделать это весело и непринужденно. Первая наша задача – это привлечь молодежь к участию в выборах, чтобы они знали, что такое выборы, нужно ходить на выборы, для чего эти выборы проводятся, поэтому мы их приглашаем. Мы сейчас проводим мероприятия все в игровой форме, но я думаю, что пройдет там 3-5 лет, когда они станут по 18-20 лет, они будут относиться к этому уже чувством ответственности, потому что без этого сегодня у нас нельзя. Мы должны именно прививать вот такую форму активности молодежи, потому что будущее за кем? У нас за молодежью. Славянская молодежь все активнее участвует в выборах, о чем убедительно свидетельствуют цифры. И думается, политическая активность молодых возрастает после таких интересных мероприятий, как этот конкурс. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».